В первой части мы с вами связали свитерок, во второй части мы с вами будем вязать планку, свяжем росток, небольшой воротничок, а также я покажу, как делать вышивку. Перед тем, как я убавила петельки у регланных линий, у меня у рукавов было по 40 петель, перед и спинка 50 петель. Сейчас у меня рукав имеет 14 петель, 1 и 2. У переда у меня 24 петельки, у спинки тоже 24 петли. Вначале мы провязываем перед, потом рукав, спинку и рукав. Берем лист бумаги, рисуем горизонтальную линию. Здесь пишем перед. Далее пишем рукав, спинка, рукав. Мы сейчас с вами будем вязать росток. Начало вязания вот от этой точки. Провязываем перед, рукав, спинку и начало рукава. В начале рукава провязываем только 3 петельки. Потом поворачиваем полотно с изнаночной стороны, вяжем до начала другого рукава. Здесь тоже 3 петельки. Опять поворачиваем полотно с лицевой стороны, вяжем до рукава, провязываем 3 петли и еще дополнительно 3 петельки. И с изнаночной стороны опять поворачиваем, и с этой стороны тоже дополнительно провязываем 3 петельки. Получается, мы провязываем 4 ряда, потом опять поворачиваем полотно и с лицевой стороны вяжем до самого конца ряда. Самостоятельно провяжите перед, рукав, спинку и 3 петельки второго рукава. Не забудьте у регланных линий убавлять петельки. Как видите, я 2 петельки провязала вместе, мы их не считаем, и дополнительно связала 3 петли. Теперь поворачиваем полотно и начинаем вязать с изнаночной стороны. В самом начале делаем накид, ну а дальше вяжем по рисунку. Накид мы делаем для того, чтобы потом не было никаких дырочек. Потом мы этот накид провяжем вместе с лицевой петелькой. Сейчас я вам покажу, что мы будем вязать. Мы с вами вяжем с изнаночной стороны, провязываем спинку и начало рукава. Здесь 3 петельки. Не забудьте, что у регланных линий мы провязали 2 петельки вместе, получилась 1 петля, ее мы не считаем. Вот эти 3 петельки провязываем. Провяжите самостоятельно. Вот что получилось. Я повторюсь, вот эту петельку мы не считаем. Здесь мы 2 петли провязали вместе. Нам нужно было провязать 3 петельки, я их провязала. Поворачиваем полотно. В начале вязания тоже делаем накид. Дальше вяжем лицевые петельки. У регланных линий 2 петельки провязываем вместе. Здесь получается с наклоном влево. Сейчас я вам покажу, что у нас здесь получилось. Далее самостоятельно провяжите вот до этого момента, до накида. Накид мы не провязываем. Здесь не забудьте 2 петельки тоже провязать вместе. Мы сейчас вяжем вот этот ряд, третий получается. Итак, я довязала до накида. Далее этот накид будем провязывать вместе с лицевой. У лицевой петельки меняем стеночки местами, чтобы она не перекручивалась. Теперь вот эти 2 петли провязываем вместе, получается с наклоном вправо. Как видите, накид не видно и дырочки нету. Мы провязали 1 лицевую, осталось провязать еще 2. Покажу вам еще раз, как видите, дырочки никакой нет. Теперь вяжем в обратном направлении с изнаночной стороны. С той стороны нам тоже нужно провязать 3 петельки, но мы вяжем до накида. В начале вязания делаем накид, далее вяжем по рисунку. Вот что здесь получилось. Самостоятельно довяжите вот до этого накида.
Я довязала до накида. Чтобы не было видно накид с лицевой стороны, мы его меняем местами с петелькой, вот таким вот образом. А теперь эти две петельки провязываем изнаночной. Вот так выглядит лицевая сторона. Как видите, накид не видно. Мы провязали одну петельку, вторую и третью. Теперь поворачиваем полотно. Вначале делаем накид, дальше вяжем лицевые петельки. Следующие две петли провязываем вместе с наклоном влево. Как видите, здесь нет никакой дырочки и накид не видно. Сейчас я вам покажу еще раз, что мы провязали. Начинали вязание отсюда, вы провязали первый ряд, потом повернули второй ряд, опять повернули полотно, провязали третий ряд, повернули полотно, провязали четвертый ряд. Здесь опять повернули и теперь вяжем до конца этого ряда. Провяжите самостоятельно. Тут у нас есть накид, я вам уже показывала, как его провязывать с лицевой петелькой, тоже провяжите самостоятельно. Мы с вами провязали вот такой небольшой росток. Размер, в принципе, маленький, я думаю, ростка такого достаточно. Так как мы у регланных линий убавляли петельки, здесь мы исправляем. У меня получается по 10 петель у рукавов, и у спинки у меня 18 петель. Начинаем вязать с вами воротничок. Воротничок мы вяжем резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Последнюю петельку обязательно провязываем изнаночной, чтобы получилась красивая косичка с краю. Резинку провяжите самостоятельно, тут ничего сложного. Провяжите 6 рядов, в 7-м ряду я вам покажу, как мы будем закрывать петельки. Здесь у нас есть накид, я вам уже показывала, как его провязывать, тут тоже, я думаю, все ясно. Мы провязали 6 рядов, закрываем петельки обязательно с изнаночной стороны с ветерка. Я буду закрывать спицей меньшего размера, а закрываем вот таким вот образом. Край получается эластичный и сверху, как видите, вот такая ровная косичка. Закройте все петельки, оставьте только одну последнюю петлю и ниточку не отрезаем. Вот что должно было у вас получиться. Как видите, ниточку я не отрезала. Здесь я оставила одну петельку. Вот такой край резинки. Перед тем, как мы с вами начнем вязать планку, мы зашьем рукава. Я, как видите, вывернула свитерок на изнаночную сторону. Здесь у нас место для планки. Как видите, вот здесь петельки немножко растянуты. Мы их потом подошьем. В начале вязания рукава мы оставили длинную ниточку. Я уже вдела иголку. Начинаем зашивать. Захватываем косичку с одной стороны. Подтягиваем ниточку. Теперь с каждой из сторон захватываем косички вот таким вот образом и зашиваем рукав. Дальше самостоятельно зашейте рукав, а здесь я вам покажу, как мы будем зашивать. Ниточки вот эти все подтянем.
Вот эта ниточка у меня закончилась. Я иголку вдела в другую нить. Здесь подтягиваем, завязываем узелок. Здесь я комментировать уже не буду. Вы просто смотрите, как я зашиваю, и повторяйте за мной. Тут уже самостоятельно завяжите узелок и спрячьте концы ниток. Вот что должно было получиться. Как видите, мы все подтянули, нет никаких дырочек. Вот так выглядит рукавчик. Теперь самостоятельно зашейте второй рукав, точно так же. Наш свитерок почти готов. Нам остается связать планку. Одна петелька у нас уже есть. Здесь идет вот такой ряд косичек, их мы будем захватывать. Для этого берем крючок. Здесь тоже смотрите, как я захватываю. Можно захватывать за переднюю стенку косичку, можно за заднюю, кому как удобно. Первую петельку я захватываю таким образом, чтобы с лицевой стороны было красиво. Дальше просто захватываем косичку за заднюю стенку, потом косичку захватываем за переднюю стенку. Если чувствуете, что стягивает, вы можете эту же косичку, как у меня, я ее захватила за переднюю стенку, теперь захватываю за заднюю. Здесь самое главное, чтобы планка не стягивала, ну и также она не была сильно широкой, поэтому вы уже сами посмотрите, как вам захватывать. Либо одну косичку за заднюю стенку, вторую за переднюю, либо вот как у меня, одну косичку и за заднюю стенку, и за переднюю, следующую просто за заднюю стеночку. Я набрала несколько петелек, вот так вот выглядит лицевая сторона. Думаю, принцип вам понятен, дальше уже наберите самостоятельно оставшиеся петельки. Когда наберете 10-12 петель, перебросьте их на спицы. У меня получилось 27 петель. Планку мы вяжем точно так же, как воротничок, то есть резинка 1 на 1. Снимаем первую петлю. Тут первый ряд немножко сложно провязывать. Далее провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Провяжите этот ряд самостоятельно до конца. Не забудьте последнюю петлю провязать обязательно изнаночной.
Вот так выглядит первый ряд планки. Теперь давайте сделаем расчет для петелек. У меня 3 пуговки, 27 петель. Пишем 27 петель. Рисуем 3 кружочка. 3 кружочка — это 3 пуговки. Пуговки у меня небольшие, поэтому я буду закрывать по 2 петельки. Сверху я оставлю 3 петельки. Думаю, этого достаточно. Пишем 3 петельки. Теперь считаем 2, 4, 6 и плюс 3 получается 9. 27 минус 9 получается 18 петель остается. У меня здесь 3 промежутка, значит, делю на 3. У меня получается ровно 6. Пишем. Итак, вверху 3 петельки, потом 2 закрываем, провязываем 6, 2 закрываем, провязываем 6, 2 закрываем и провязываем 6. Начинаем вязать. В самом начале мы провязываем 3 петельки и закрываем 2. Снимаем первую петлю, вторую провязываем лицевой, потому что по рисунку у нас тут резинка, третью изнаночной. Следующие 2 петли мы закрываем вот таким вот образом. Две петли мы закрыли, дальше нужно провязать 6. Одна петелька уже есть, поэтому провязываем еще 5. Тоже вяжем по рисунку. Шесть петель мы провязали, следующие 2 петельки мы закрываем. Точно так же, как закрывали предыдущие. Вяжем следующие 6 петель. Одна петелька уже есть, значит, остается провязать 5. Мы провязали следующие 6 петель. Нам остается закрыть 2 петельки для третьей дырочки. Провязываем оставшиеся петельки. Я повторюсь, последнюю петлю обязательно провязываем изнаночной. Мы сделали 3 дырочки, начинаем вязать следующий ряд. Снимаем первую петлю. Дальше вяжем по рисунку до первой дырочки. Мы с вами закрыли 2 петельки, значит, добавить нужно тоже 2 петельки. Добавляем вот таким вот образом, тут тоже ничего сложного. Вяжем до следующей дырочки. Точно так же добавляем следующие 2 петельки. Вяжем следующие 6 петель до последней дырочки. Опять добавляем 2 петельки и провязываем оставшиеся 3 петли. Не забудьте последнюю петлю провязать изнаночной. Вот такие дырочки в итоге получаются. Начинаем вязать следующий ряд. Снимаем первую петлю. Провязываем лицевую, изнаночную,
Дальше у нас идет первая дырочка. Мы добавили 2 петли, их провязываем по рисунку. Я провязала предпоследнюю изнаночную, значит, это лицевая. Потом идет изнаночная. Дальше лицевая, изнаночная. Вяжем по рисунку до следующей дырочки. Шестую петельку я провязала изнаночной, значит, следующая петля у меня будет лицевая, изнаночная. Я думаю, принцип вам понятен. Следующую дырочку вы провяжите уже самостоятельно. Потом провяжите еще один ряд лицевой и в изнаночном ряду закройте все петельки. Вот такая планка должна была у вас получиться. Я петельки закрывала тоже спицей меньшего размера. Остается спрятать ниточку и пришить пуговки. Сделайте это самостоятельно, тут тоже ничего сложного. Просто прикладывайте и посмотрите, где дырочки, там пришивайте пуговки. Вот такой простой, красивый свитерок в итоге получается. Я надеюсь, у вас все получилось. А сейчас я вам покажу и расскажу, как вышивать на вязаном изделии. У нас есть схема вот этого мишки. Ссылку вы найдете под видео. Вот здесь серединка. У меня перед имеет 54 петли. Я их разделила пополам. Получается 27. Но так как это четное число, у меня получилось с левой стороны 27, потом 28. У меня отмечено маркировочным кольцом, то есть серединка на одну петельку вправо. В принципе, этого видно не будет. Я на этой кофте вышивать не буду, покажу на образце. Итак, серединка у нас вот эта вот петелька синяя, потом идут 4 белые, 2 синие, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель белых. Итак, я вам покажу на этом образце. У меня уже вдета ниточка в иголку. Вы, в принципе, если хотите вышивать, тоже лучше попробуйте сначала на образце, а потом уже на свитерке. Тут, я думаю, из видео все понятно, поэтому я комментировать не буду. Вы просто смотрите, как делаю я, и повторяйте за мной. Мы с вами вышили 3 петельки. Теперь, если вы хотите, например,
вышивать в следующем ряду и на одну петельку ниже, вы просто вводите иголку и вышиваете следующий ряд. Я вам показала принцип вышивания петелек, думаю, тут все понятно. Дальше вы уже самостоятельно по схеме вышите мишку. Вот так вот выглядит изнаночная сторона. Когда вы закончите вышивать, вы просто концы ниток с изнаночной стороны аккуратненько спрячьте. Схема тут понятная. Белые клеточки – это белая нить, синие клеточки – синяя нить. Просто смотрите схему и вышивайте. Вот этот ряд одна петелька, здесь получается 3. Потом 4 и так далее. Я повторюсь, ссылка на эту схему находится под видео. Мы с вами связали простой свитерок. Я надеюсь, у вас все получилось. Присылайте фотографии вашего свитерка по этому адресу. На этом я заканчиваю видеоурок. До встречи!